Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше ушатывать модель тягача АТТ. И сегодня поработаем немного с траками. Будем работать с пигментами Амамик, русская земля, и возьму немножко африканского песочка. Также нам понадобится краска, сталь и фиксер. Сейчас разведу краску для нужной мне консистенции и сделаю на траках беговые дорожки и также натру грунтозацепы. На звездочках сделаю исколы стальные и на ленивцах. Так как на технике в этих местах трется, все стирается, то надо делать более реально это и на модели. После того, как краска хорошо высохла, берем пигменты широкой кисточкой. Сначала берем темные пигменты и вот так вот просыпаем равномерно. И равномерно наносим, стараемся рассыпать. Где-то больше, где-то меньше. Не страшно. После того, как сделали темный слой, берем и аккуратненько наносим светлый. Но светлого наносим совсем немножко. Немного протряхаем. Где-то траки цепляют землю, где-то песок. После того, как нанесли пигмент, берем фиксер. Фиксер можно наносить аккуратненько кисточкой,
кисти вот так наносим легкими тычками. Как видите, фиксер растекается, а можно наносить при помощи пипетки маленькими каплями. Аккуратно, равномерно, чтобы везде попало. Но, как по мне, друзья, кистью наносить все-таки более экономно. Особенно, если делаем траки, то кистью наносить намного экономнее, чем пипеткой. А пипеткой вот удобно наносить на большие поверхности. Тогда быстренько растекается по всему пигменту. И пипеткой, конечно, быстрее. И теперь даем хорошенько высохнуть фиксеру с пигментом. После того, как пигмент высох, берем траки, я заранее подготовил, и такими вот движениями легонько, сильно не надавливая, растираем пигмент, и получается вот такой вот натуральный цвет траков. Так вот все получается. Вот у меня уже подсохли траки. Потом берете немножко опять темного пигмента, но вообще растираете и сверху как бы припыляете, немножко растушевывая пигмент по тракам. Если вам не нужен грунт на траках, чтобы видно было, а просто их припылить, тогда, в принципе, вот с фиксером и с насыпанием пигмента можно не заморачиваться. Можно просто взять, например, как здесь, с этой стороны, и просто вот так вот пройтись и немного припылить. Опять же, кто-то делает под диорамы, чтобы было сильно грязное. Кто-то хочет выделить именно вот пигмент, земельку, что она на траках. Кому как нравится. Понятно, с этой стороны на траках земля при движении все равно будет сваливаться. Здесь просто придаем цвет, натираем, припыляем и все. Ну вот тут видите, как получается. Аккуратно растушевываем. Где светлый пигмент, можно немножко сильнее надавливать, чтобы он более равномерно разошелся по траку. Ну, так вот все получилось.
бы ничего сложного. Пробуйте, старайтесь и не пугайтесь, если вы немного переборщили с пигментом. Ничего страшного. Когда все хорошо высохнет, хорошей, жесткой, твердой кистью можно это всегда все оттереть или смыть white спиритом. Ну, я результатом доволен. В принципе, получилось то, что я и хотел. Ну, а теперь нанесем пигмент на ходовую часть тягача. Опять же, сначала насыпаем темный пигмент, а потом светлый. Потихонечку, потихонечку, равномерно. И насыпайте вот на все части, которые сейчас к нам повернуты, которые сейчас к нам повернуты вверх. Сначала темный, потом светлый. Что если делать наоборот, то светлый пигмент контролировать сложнее.
собрал ходовую. Так вот, все получилось. Довольно неплохо все собралось, хорошо стало на свои места. Загрязнения хорошо получились. Немножко еще поработаю с пигментиком и буду склеивать верхнюю и нижнюю части. Осталось немного поработать с верхней частью. Установил шансовый инструмент, поставил огнетушители. Теперь надо поставить фары и покрасить, повесить троса. И работа уже будет завершена, и в следующем видео уже будет финальная часть по постройке тягача. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, что вам больше нравится. И обязательно комментируйте, друзья, что вам понравилось и что нет.